Куда полез? Откройте багажник, посмотрим. Едут в соседнее село, позвонили, помогать больному, дрова расколоть. Срочно отправляем людей. Сколько колунов? Четыре. Четыре колуна. Плюс-то он даст пятый еще. От пятого он отдаст, да? Ну, слава богу. Ты берешь покрышку с собой? Ну, да. Ну, может быть, там найдется у соседа у кого. Давайте. Это за 15 километров. С Богом. А то уже 9 час, это 8 час пошел. Давайте. Это у нас сегодня 27 августа 2018 года. Понедельник. Ну, вечером богослужение, может, успеют вернуться. Завтра покров Божьей Матери. Мимо столба. Молодец. Володя поехал. Пащенко, Сергей. Вон Маша. Пупков. И Виталий Калиников. Сейчас разгонял их. Давно берут два колуна. Если сломается, с железными ручками еще два запасных. Уже садится, опять нет никого. Виталий опять у себя в комнате. Набрал себе три смены одежды. А если дождь будет, я говорю, ты матрас не забудь взять. Ребята будут колоть, а ты лежать будешь на поленнице. И вот начинаешь жалеть. А кто жалейщики? Ну вот такие же, ни к чему не приспособленные. Даже алименты не могут выплатить, через суд выколачивают. Это все нормально, в его адрес хорошие слова. Ты, Виталий, скорее беги оттуда. Ну явно, что сатана. А другой пишет, сатана завладел его мозгами совершенно. А Виталий сидит, это говорит и говорит, все, согласен. Ну, я говорю, я, может, не согласен, и какую-то щель-то оставил Господь. Вот так. Я еду на рыбалку. Тут где-то машина должна быть. Поехал на рыбалку и вдруг увидел, на машину по трассе идет. Это наши братья поехали в Корчино. Теперь по прямой дороге. Сейчас они к первому мостику склонятся. Сошли вниз. Я сейчас маленько прослежу. После первого мостика, как они пройдут. И второй мостик. Дорога не расквашенная. Да гроза была. Но вчера хороший день был. Сегодня вот так. Немножко показать здесь. Это вот деревья. Это бывший наш детский лагерь. Это место его. 62 дерева, кажется, 64. Вот. На него покушаются как раз недруги разрушить. Теперь музей там. Комплекс для бедных лагерей. 9 соток. На навозной куче. Прямо на навозной. Мне 3 гектара где отдавали, я их не взял. И никто мне их не отмерял нигде. Кажется, появилось. Ага. Первый мостик проехали. У меня руки трясутся, поэтому, может быть, и не видно машину. Вот она идет ко второму мостику. Быстро прошли. Спустились и нету. Ну, когда второй мостик пройдут, там видно будет, подниматься будет, еще покажу. А я стою практически на краю деревни. А проходите вот сейчас мимо нашего огородчика. Тут стоит крест. У нас крест стоит здесь. В лагере 2, на костре 3, где молимся на бугре 4, где обедаем на грибе на этой 5, там на Валерине 6 и на Володином доме все 7. Ну, если считать деревни за один, то и на этой, на Скворечнике там красный. Везде распятие Иисуса Христа. Вот оно где. Может быть, видать будет где-то. Сейчас они должны вылезти. По-моему, вот здесь это должно быть. Ну вот не видать машину или видать.
Я плохо вижу, но кажется, что-то беленькое. Вот. Они прошли второй мостик, а дороги тут не было. Это на... Господь уже позволил все отремонтировать. Вот они теперь напрямую вышли. Теперь они повернули в сторону. Там деревья где-то должны быть. За деревьями должны быть вынырнуть там. Благослови их, Господи. 4 колуна взяли. Теперь а Алексей, ему не одну операцию уже сделали. Там вставляли стержни железные. Вот из-за этого должны где-то вынырнуть березы. У нас одни березы тут. Вот не видно. Вообще где-то там низинки скрылись. И у меня операцию за операцию. Вот наследственная сестра также болеет ногой. Вот. Мать была, прихрамывала, нога была. Это, видать, наследственность сыграла роль. Он был главным агрономом в Корчинском совхозе. Я не знаю, сколько там, 14 или сколько тысяч гектар. Не могу ошибиться. Ну и выделили землю, вот сейчас посмотреть, вышли они или нет. А, вон, где-то видать машинку. Сейчас они дойдут до лесополосы и за ней скроются. А директор был Корчинского совхоза Мануилов Анатолий Сергеевич. Ну, мы и говорят, хотели сад развести. Вот все, я убираю отсюда. Сад. И далее самое неудобное место на бугре, там ни полива, ничего нету, ни плодородная почва. А директор и говорит, кому, Сиськову? Он главный агроном. Да ему хоть одни камни дай, у него все будет плодоносить. И он из этого сада сделал такой весь район туда ей. А началась перестройка, все забросили, и сад сожгли, полностью сожгли. А там разные сорта, каких только не было плодов. Это цариса Сибири, облепиха, разные сорта. Он главный агроном, он мой крестник, к слову сказать. Был коммунистом когда-то. Их, кажется, 6 сыновей в семье было. Родители спросили, а Агафью Семеновну, это Степановна ответила, как воспитывали детей. Она говорит, а мы их не воспитывали. Они растут и растут. То есть они все делают, что родители. Отец Семен Михайлович, ну как буденный. Все специальности знал. Все какие есть. Там и кузнец, и молотобоец, там и токарь, и чего только нету. Все абсолютно. На нем все держалось. Пошел на пенсию, не сидит. Лошадь запрек, какой-то таль сделал. И везде железо собирает тоннами. Сдает. Вот. А Агафья, жена его, это двоюродная сестра Степановна. А Степан и Тихон родные братья. Ну вот так. Все, теперь они уже на бугор поднялись. Ну вот смотри, воды-то почти нет. Такая лужица для воробья. Это мы проезжаем первый мостик. Сегодня у нас 27 августа. Поехали в Корчино колоть дрова Алексею Семеновичу. Вот Сергей, вот Виталий. И я поехал. Погода. Вечная игра. Ну не вечная, постоянно. Проезжаем второй мостик. Ты совершенствуешься в операторском? Ну, что в нем совершенствоваться? А вот. Что в нем совершенствоваться? Ну все, я понял. Может, дальше не говорить. Совершенствоваться значит другую аппаратуру какую-то покупать. Как?
совершенствоваться, значит, другую аппаратуру покупать, там что-то еще? Ну, нет, сам как оператор я имею. Можно же по-разному снять, там приблизить, удалить, там половину головы там отрезать. Думаю, вдоль разрезать человека, как вот я делаю. Я же не совершенствую. Ты вообще не снимаешь, ты исполняешь. Вот, сегодня у нас 27 августа, едем к брату Алексею Сиськову Корчину колоть дрова. И вот брат Владимир попросил меня научить ездить на машине. Да. Как он? И так как тут дорога хорошая. Володя рулит. Вот. И практически. И второй раз в жизни сел за руль, и довольно-таки неплохо получается. Но так как коробка автомат здесь, то главное дорогу держать. Единственное, с послушанием немножко хромаю. Вот, слушанием хромаю, говорю ему тормози, он мало того, что не тормозит, еще и газу может поддать. Ну, это нормальное явление для начинающего новичка водителя. Вообще для второго раза в жизни довольно-таки неплохо. Вот. Вот. Ну вот спрашивают, допустим, коробка автомат. Что... Притормаживаю помаленьку. Да, да, вот тут еще второй инструктор, Виталий, тоже опытный водитель. Тормаживаю на поворотах, ты говоришь? Да. Вот, вот, отлично. Тем более тут... Вот тут ямка, очень плавненько, аккуратненько. Все. Вот. Как газу? Все, добавляй газ. Вопросы есть? Вопросы, давай вот. П это парковка. А что значит парковка? Ну, все, припарковался, все, машину поставил. Она намертво встала, да? Да, то есть. А она... что еще надо? Ручник какой-то, нет? Да, ручник. Вот, там смотри, ветка на дороге. Надо убрать. Все, вот да, надо убрать. Сейчас вот поближе подъезжай, перед веткой останавливайся. Останавливайся. Все, теперь нажимаешь тормоз. Это парковку до конца. Все, тормоз можно убирать. Все. Как будто ты сам вышел, убрал, все. Вот, машину можешь заглушить теперь. Вот. Как ее заглушить? Вот, ключом. Раз и влево. Все. Ключ вытаскивай из машины. Как вытаскивается? Ну, влево, ага. Все, вытащил. Все. Показывай. Вот. Он бегает. Вот. Спортсмен у нас, брат. Вот, это вот видно ветром. Сломало оно. Сломало, вот. Видите, мы всегда дорогу. Ага. Вот, он выбежал, дверьку оставил открытую неправильно. Ветер подует, дверку может сломать. Вот, хоть и не сильный ветер, когда из машины выходишь, двери всегда захлапывай. Слышишь, Володя? Да-да-да. Всегда. Когда из машины выходите, двери всегда закрываете, всегда. Потому что ветром может дверку выгнуть внезапно. Так, все, ключ вот. Вставляешь, да? Да, ключ вставляешь. Вправо заводишь. Все, все, тормоз нажимаешь там, все, на, теперь на, все, и поехал. Все, палочка вот эту надо было объехать, по ней не едет, вдруг она с гвоздем, понял? Понял. Стиль. Вот. Виноват. Виноват, да. Молбес, сэр, где-то. Все, оплатишь и на монтажку пару раз научишься. Так, ты дверку не закрыл, вижу, по-моему, болтыхается. Или нет, нет, закрыто. Если бы не закрыто, было бы, здесь бы лампочка горела бы. Все равно какой-то звук. Вроде не было так. Что, я закрывал, что ли? Сзади. Ты с такой силой. Или там колесо просто... Нормально. Так, ну что, все, то есть ты научился. Вот, еще вот здесь вот есть ручник. Что, где? Ну, когда на парковке, если на горке, то обязательно надо ручник, чтобы скорость не ломать. То есть сначала на ручник поставил, то есть она уже не двигается, потом парковка. Сейчас сбавляй. Поля красивые.
Ну да, тут посажено, значит, а тут покос. Тут покос. Как впечатление, Володя? Да слава богу, немножко волнуешься, а так ничего. Терпим. Все. Да мы с Божьей помощью осилим. Да. Кто-то же тебе посоветовал там в комментариях, что на права тебе надо учиться, да? Так мне уже не только, мне и батюшка подходил уже, говорит, давай учись. Да, сейчас вот уборочная, ты у тебя бы уже бы к зиме бы тут заработал бы. Ерема-то он, сколько ему лет-то? Я иди собачке сказал, говорю, если мне, говорю, вдруг понравится за рулем сидеть, говорю, машина. Я говорю, потом же на лост-то не пойду кидать. Пойдет. Смотри, как стиральная дошка, да, машина. Дорога. Да, дорога. Вот то, что я здесь вот постоянно приходится рулем, оказывается, подруливать. Это вот ты... Да, так и не смотришь в эту камеру-то, так и не смотришь. Я нет. Ну а ты так отзывы, ты так не будешь снимать. Ты будешь смотреть четко в камеру. Иначе, я не знаю. Ну сейчас, ну он подсказал, сейчас буду смотреть. Все, выключаю. Вот сегодня у нас уже подъехали в Корчино всего. Сейчас выезжаемся, вот Алексей Семенович к дому подошел, это у него тут отец жил. Не знаю, какой будет брать. Шины тогда тоже таскиваешь. Я вот эти. Обойдешься. А, и вы. Ну что, Алексей Семенович, посмотрим, может подделать вот что-то. Это вот колонны. Вот это ну, эксклюзив. Ой-ой-ой. Вообще, это сколько... только это, которые ну, будут да, вредные это... чурки попадаться. А это что, тоже нам? Или это... Это наши. Это потом. А, это наши. Пока оставь их, если, вот если вот что-то вот потребуется, серьезно, возьмем. А вот это тут чей? Это тоже наш. Это ЗМЗ. Этот наш, да? Да. У нас же три таких колонната. Это треногу будет доставать, нет? Да, доставай. Угу. Полностью этот застань. Там у меня перчатки рабочие. Ну, а вещи тут в машине, конечно. Все. Что куда идти? Что куда идти? Ну, заберешь потом сейчас. Потом заберите. Колун забери. Ну пойдем, зайдем. Сегодня без масла. Без масла? Да, да. Сегодня без масла. Это что у вас за это? А завтра уже все останется. Алексей Семенович, а у вас еще одна третья шина найдется? Третья шина? Да. Должна была. Дома надо было, да? Дома. Да. Ну ладно. Я понял, доставите мне поленья. Да, да, да. Они тогда не падают. Понял. Лишний раз не наклоняешься. Это я в интернете увидел, и мне понравилось. Так, вот, ребят, вот кучка и вот кучка. Вот эта куча, это кучка. Ребята, ребятишки начали кого-то холить, ничего они. Значит, так, нам надо теперь определиться по... Чего? По размерам. Вот вы... так вот колоть? Вот так вот холите, да, ребята? Вот так мелко, да? Да, конечно, так. Ну, ты двор покрупнее маленько, ну, при этих пределах где-то. Ну, лучше ну, так. Только это... смотрите, ребята, этот береза отдельно. Значит, осина и тополь отдельно. Все, понял. Вот угу. Этот тополь сюда бросайте, а берез туда бросайте. И вот тот тополь тоже сюда бросайте. В эту кучу, чтобы на прицеп поступать. Туда, короче, березу. Береза, да. А здесь вот тополь. Вот так вот сделайте кучу сюда. Вот. Далеко сюда не отходите, потому что здесь заезжать.
на тракторе. Так, а вот это что? Это козел называется. Отнесите его туда, вон, в сторону. Хороший козел. Вы не помните, как раньше пилили этими вручную пилами? Да мы же пилим. А, ну вот это козел называется. Только у нас деревянные козлы-то. А эти, куда вставляются дрова, какие, для чего? Ну, а он прям весь из дерева сделан. А, крестовины. Крестовины гвоздями. Да, да, да. Ну, Игнатий Тихонович, он пораньше, но всегда делает. Это Семен Михайлович делает у нас такие козлы. В этом козлу уже, наверное, 60 лет. Ой-ой-ой. Так не видно, что бревно уже... Не-не-не-не, бревно-то свежее. А свежее? Сторонку уберите его, да. Что-то. Да, это тоже давайте сюда. У нас железо-то здесь. Все, что? Там... Обедать. У меня сестра приехала здесь, с севера. Обедать здесь, пообедайте. Это, наверное, трухлая колодка, вы ее расколите или нет? Я не знаю, я ничего шире не нашел. Ему для шина надо, чтобы шину положить. Да, шину туда вставить. Нет, не вставить. Да. Сверху положи хотя бы. Да, вон, да, да. Мы в Алексея Семеновича приехали дрова. Ну колоть. А если две шины положить? Две этих. Две чурки ровных, да, чтобы она не падала. Ну, обычно еще показывают, они насаживают не на чурку шину, а потом вторую кладут сверху. Сюда, да? Да, топор сюда, ребята, вот так вот. Да, да. Сюда только далеко. Не это, не убегайте. Это мы, батюшка, это мы взяли эту покрышку, чтобы дрова колоть, и поехали к Алексею Семеновичу. Но мы, слушай, не так поняли, ребят. Смотрите, как у нас внутри. Это мы. Ну, я тоже показываю. Так вот. Края обкалывают. Ну, я понял, не, ну это я так, я смотрю на них еще. А, ты... Я их почувствую, какие они. А, вон, ну понятно, понятно. Мы по краям, а потом... Да, понятно. Ага, и вы так же, да? Конечно. Да. Может, вы, ребята, крепкие, вы сразу серёдку бьете, а мы нет. Да нет, мы так же. Я, наверное, побил, слушай, и у меня спина эта. Так, по покрышке. А это большая вот тоже крышка, да? Ну, ее надо на большую чурку. Слушай, ну она ты... маленькая, вот эта чушь. Посмотрю я, может быть, неудобно. У нас таких нету. Так, это, брат, помолиться надо сказать. Давай. В той стороне восток, антисон. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови нас на сей труд. Дай безопасность в работе, желание трудиться. Помоги нам, ибо без Тебя не можем делать ничего. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сейчас я на треножник установлю, чтобы немножко заснять. Частями буду снимать. Они сырые сейчас, дождь прошел. Да, это вот. Нет, они, ребята, не дождь прошел, это не дождь. Это они сами по себе сырые еще. Верх у них сухой был, а низ у них уже сырой. Еще сырой. Звонил, говорит. Кто-то, говорит, забежал, говорит, что-то колесо схватил, говорит, и уехали. Да я знал, что он меня увидит, он все видит. Я прям чувствую его взгляд на себе. Так, ладно. Ну ладно, братья, колите, я немножко поснимаю тут вас. Вот я чего и боялся. Тебе просто завидно, братец. Ты бы тоже постоял.
Ему Виталию-то понравилось. Он дома у нас начал так же колоть. Так я так всегда и колол. Нет, так там не мне просто разрешили больше осталось. Ну да, если разрешают, то можно, а вот если не разрешают. Надо спрашивать, а не смогу. Так, надо как-то выбрать ракурс, чтобы все закрутило солнце. Сейчас она там и туда и бросает пока. Зачем мне под ноги-то бросать? Сейчас еще пополам. Так это уже готово. Надо шире вот найти. Мы когда приезжали с Виктором, Вот так. Ехал, ты какой кому взял? Твой. А зачем ты его взял? Я одного забрел. Кого ты забрел? Да, вот здесь Семенович. Еще это тут зазубрены все. Вот мне колун достался. Почему надо со своим инструментом ездить? Широкая, если еще попадется, дай мне.
меня спадывает постоянно шина. Значит, надо ее закрепить чем-то. Да не, мне хочется шире. В них, что они сырые. На гвозди. Это нет, это не берёза. Это топор. Или осина.
дал худшего, а трава ничего. Нормально. А вы без меня были? Я не был. Я не помню, с кем ты ездил сюда. А с кем ты ездил? Наверное, вы же тогда из-за дождя. А, и остались колоть дрова здесь. Кали, брат. Виталий, а так крупно уже кинул. Кали такие. Какие? Покажи. Чуть не нравится. Вот эти уже крупные. Ну вот, крупные кинул. Вот. Вот он крупный уже. Вот сказал. Вот они большие должны. Вот сказал, больше, больше можно. Чуть. Ну чуть больше, но это. Ну что, ну вот это чуть. Ты переделал, я здесь старше назначен, сейчас что переделаешь, ты говоришь. Потом к нам что претензий не было никаких. Вот сейчас он придет, я ему задам вопрос насчет этого. Пока расскажу, потом задам. Вот я и задам сейчас. Там вообще лежали какие-то карандаши. Вот. Все, все, вот он придет, я у него спрошу. Надо даже спрашивать. Короче, давай это. Виталий, ты же прав. Я сказал, он переколол, значит, надо было. Я тебе сказал, я у него спрошу. Что-нибудь. Ну спросишь. Сейчас я пробу переколол. Все одобрит, я нет, не все буду проводить. На мой взгляд, это нормально. Ничего не нормально. Мы же не знаем, если он углем топит, ему надо тонкие тогда. Если бы он колол, просто отопил дровами, он бы сейчас... Короче, давай бы... это, все закрыли. Он сейчас может тебя просто пожалеть и сказать, ну раз ты попил это, ну ладно. Сам потом... Слышь, ну ты что, че? Короче... Надо спрашивать не надо, ничего. Короче, ладно, короче, все, смотри, вот ты тебе колю, чтоб ты замолчал. Ты-то начал лякать, тебе двое говорят. Кто говорил. Начал лякать? Ладно, дали все. Мелко колоть, дали мелко молча. Ты меня не раздражает, ладно, брат. Перед камерой начали тут тебя курчить. Правильно. Молодцы, грешник, какая я.
Сергей его вроде обратно вез, но что-то не просит, может там домище. Сергей, сходи в доме, подключись. Я не пойду я. Подойдет, я у него спрошу. Работал с этим клоном я. Отработал, да? Да. Леха. Хорошо, что я не посоветовал железный взять в полную.